Соревнования Ленинского городского округа по плаванию проводятся около 25 лет. Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию 50 метров вольным стилем. В основном участие принимали дети. Все жители, все, кто хочет принимать участие, те, кто плавает, ведут здоровый образ жизни, они ждут этих соревнований и приходят. В основном это самые активные. Это развилка, совхоз, видное, конечно. Ну и приезжают с Молокова, с горок Ленинских. Виктория Таранникова занимается плаванием около 6 лет. Несмотря на волнение перед заплывом, она показала хорошие результаты и заняла первое место в открытом первенстве по плаванию в своей возрастной категории. Но сама Виктория призналась, ей еще есть куда стремиться. Я сейчас показала 30,6. Как я уже была буквально в декабре, поэтому плохо. Хотелось бы за 29 там. Многие из пловцов улучшили свои результаты. Ребята получили кубки и памятные медали участников. А юным спортсменам есть на кого равняться. Сейчас бывшие воспитанники «Дельфина» Евгений Рылов и Иван Гирев отстаивают честь нашей страны на чемпионате Европы в Будапеште, а совсем скоро отправятся на Олимпиаду в Токио. Виктория Кашиняну, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.